Артур Солдатов решил выяснить, насколько счастливы искитимцы. Поскольку молодой человек увлекается экономикой, он проводил анкетирование по всем правилам науки. Парень учел данные мировой статистики, сравнил ее с областной и провел исследование внутри своего города. Индекс счастья искитимцев Артур вычислял, исходя из нескольких категорий – материальное положение, безопасность, экология и другие. Самыми счастливыми в Искитиме, судя по исследованию, стали школьники и работающие горожане. По сравнению с крупными городами не так уж и сильно, а для таких маленьких городов, как наш, очень даже счастлив. Более 60 школьников участвуют в конференции. Они представили исследования в сфере биологии, географии, химии, истории и других дисциплин. Они дают углубление по информации, которую ты ищешь, составляешь исследования. То есть ты начинаешь в чем-то лучше разбираться. Авторов лучших проектов выбирают методисты управления образования и учителя городских школ. Вообще цель – это научить детей думать, экспериментировать и делать выводы из этого. То есть, чтобы было для чего это делается, чтобы был какой-то опыт вот именно в научно-исследовательской деятельности. В этом году дипломами участников отмечены все ребята. Победители получили еще и кубки.